Всем здравствуйте. Я Бесимбаева Айгуль Мирамовна, проживающая в Северокостанской области, Кызылжарский район, село Бесколь, улица Береговая, дом 73. У нас случилась вот такая беда. 13 апреля 2024 года случилось наводнение, и это не прошло мимо. Затопило наш дом. Наш дом полностью ушел под воду. Вся мебель, техника, бытовая техника, вещи детей, все осталось под водой. Сейчас такая ситуация, что дом не подлежит восстановлению для дальнейшего проживания. Вся мебель, вся техника ушла под воду. Нас в семье проживает 7 человек. Получается, я с мужем, мама и 4 несовершеннолетних детей. В семье также имеется ребенок-инвалид, ему 5 лет, за ним нужен особый уход. И новорожденный ребенок, которому всего лишь месяц. Состояние дома, как вы видите сами, очень плачевное. Здесь невозможно дальше жить. Даже если экспертиза даст добро, что дом пригоден для житья, ну, у меня старший ребенок, помимо основного заболевания, у нас ДЦП, эпилепсия, он очень часто болеет пневмонией, и проживать он дальше здесь не сможет. А также приходили оценщики, оценили нашу, получается, мебель, технику, и оценили они до 150 МРП, это, грубо говоря, 500 с копейками тысяч. Сейчас, в данный момент, нам Акимат выделил двухкомнатную квартиру. Мы с семьей проживаем там. Ну, условия здесь тоже. Мы, получается, с детьми лежим на полу. У нас нет ни кровати. Новорожденный ребенок тоже, я его, получается, вынуждена пеленать, кормить на полу. Мы бы хотели бы попросить правительство, государство войти в наше положение и внести наши дома, наш дом в красную зону и предоставить нам новое жилье. Потому что, как вы видите, здесь дальше жить невозможно.